Добрый день. Очень прошу вас о помощи в поисках моего жениха Киселева Юрия Викторовича, 15.04.85 года рождения. Сегодня, 3 июля, должна состояться регистрация нашего бракосочетания. Должен был выехать с зоны боевых действий 27.06.24 года. Последний раз выходил на связь 26.06.24 года после смены на КПП в Луганском направлении. Звонила в военную комендатуру города Курска, откуда он призывался, служил по контракту. Там он не отмечался. Были куплены билеты на поезд, он не сел. Перестал 26 числа выходить на связь. Со слов его сослуживца, у него мог возникнуть конфликт с командиром, который мог привести к трагическим последствиям. На их сленге это звучит как обнулить. Прошу принять меры по скорейшему поиску моего жениха. Хочу обратить ваше внимание всех командиров и военных начальников и лично вас, Владимир Владимирович Путин, посодействовать в поисках моего жениха.